сказала, что ты худой. Нет, ничего худого. Нет? Я, конечно, тебя сниму, сними тогда. Я тебя взял, сади, Женечка. Жень, куда тебя открыть? Так, ты уже снимаешь? Туда. Тебе и тебе. По 5 штук каждый день кушать. Сидите еще добавить. Еще дадим. Это вам харчи потом туда, на это, с собой, туда кушать. Он не жирный. Это Пашка любит орешки положить, мультик класть. Это вам подарок. На стол поставь подарок. Да, так, на стол. Да. Так, вот. Ну, это гранат вам тоже. Гранат. Ну, я открыла. Это конфет вам чуть-чуть. Ну, куда-нибудь на стол, ну, сейчас убирать. Так, а это мы купили, называется гуава. Вот. Попробуем. Вы такое пробовали? Гуаву? Нет. Ну, мы попробуем. Папайю мы уже пробовали. Это морковка или тыква. А это гуава какая-то. Ну, попробуем так. Смотри, что-то там есть еще. А это оливки, да. Вот, вот. Спасибо. Все. Ну все, это так. Еще не совсем. Так, вообще а иди. Это тебе пока вот это. Спасибо, Влад. Ты еще 20 тысяч. Ты мне тысячу давала, а я... То, что было, то за... Видно, что изменения, но... Сейчас, подожди, еще мама. Вот это Лена, твоя родственница, наша Жанина дочка старшая. Она окончила институт. Люк, давай покажем. Она вам позвонит, постарше. Сейчас есть надо. Они сказали, есть, не хотят. А, я хочу. Это мне не написали. Положи, фотографии потом. Сейчас, все уже, мама, уже все. А, фотографии нет. Вот, это меня снимает. Женя, мой подарок, а ты Зинин подарок. Паш, хорошо, конечно. Все хорошо выглядят. Почему? Нет, Жень, сейчас смотрю, только хорошо, не хорошо. Сердитый. И так уверенно успокоен. Ну, Саша, сейчас руки помоют. Угу. Да. Саша, я... Вам от нас, Жень. Спасибо. А что это такое? Саша, а это от нас Зины. И Зина добавочный какой-то конверт. А что там? Может, любовное письмо? Я не знаю. Так что все же. Саша, тебя поздравляем с мужским праздником. Спасибо. И он Женька сейчас Кате подарит. Пока, пока, Катя. А это Катя. Ну ладно. Катя, да. Ну раз сразу привезли. Ух ты, она любит такое, красиво. Ага. Ой, как красиво, прелесть, какая вещь. Все, я приеду, поэтому не слышу никого. А почему вы? Сейчас, а вот, дай-ка я сниму. Придет, там машины стоят, не может быть. Картошка, хорошо. А он это самое, и только мы сказали, говорит, да, придет он туда. И вдруг тут буквально звонок сразу. Видите, мужики звонят, что мы с ним что-то. Садитесь, садитесь. То есть мы еще не доехали туда полкилометра. Женя, коленку тебе спасибо. Саша. Писал, чтобы мне сделали в журнале. Без обзора. А ты так забыл? Ну ладно, ты все равно пошли, я думаю, пока живем второму Аркалаине, потом, еще я, может, к маме подъехать, о чем конечно. Ну, военный. Ну, о том, что я, ну, то есть уже в армию нет, да? Нет. Телефон там. Ой, разложи ты салфетки, чтобы я себе чуть-чуть, да. Ну, Света Иванова. Угу. Мы даже не узнали, мы бы и не знали, мы же не смотрели фильм. А им я тоже, это просто... Это за... А, вот он, фильм новый. Как, какой это фильм? «Маленькая так, все, Москва»? Так, давайте, дети, я сейчас упаду. Ну, ладно. А Саша, за то, что вы вместе. Сейчас, мы подождем. Тебя это самое, они визажировали, да, или что-то? Ну, ты как? Вот сколько у тебя там все. Ну, как вам? Сейчас зарядить. Стоит оно, по-моему? Что посмотреть? Стоит, мам. Ну, нет, ну, вам, конечно, стоит. Так. Что-то вы далеко друг от друга. Да поближе чуть-чуть. Но фотографии я вам не буду делать. Я вам сделала много фотографий хороших. Жень, а что тебе не понравились мои фотографии? Вот две последние. А что тебе не очень понравилось? Ничего не говорила. Сказала. Я не знаю. Я сказала, Жень. Тебе понравились мои две фотографии? Помнишь, я кота прислала и тебя? Где ты там... Сразу, на чистике две фотографии, помнит, освещенные. Да, да. Суперсъемка. Начинаю. Прекрасная птица. И это еще одна птица. Это роллы.
все стороны. Татьяна? 12. Катя, да? Катя. А со мной тоже? Тебя не видно из-за челки. Со мной? Ну да. А их каких две дома? 17. Все можно. Снимем стол на столе. Что у нас есть? Ну поставь тогда вот так вот. Ну, что его ставить? Надо поесть сначала, потом поделать. И конечно. Угу. Ну ладно, я сниму просто стол, что у нас праздник такой был на 23 февраля. Да? Mm-hmm. Хорошо, там крапивы я насовала, порошка. Mm-hmm. Какое? Ну так. Сразу говорит, пускай поедет. Мы сейчас все приготовим, все разложим. Mm-hmm. Так, это кому? Это Катя, да? Ладно, я тебя простила. Mm-hmm. Ладно, я тебя простила. За все. Туда-туда. Нам ты за что? Таня выпьет шампанского, она тебя еще больше простит. Жуткая игра какая-то. Я не знаю, что это молоток. Еще две немножко. Только без иностранцев там тема осталась. Вот именно. Вы не готовы к этому два.